Демонстрация работы устройства для учета включенного-выключенного света в теннисном корте. У нас есть 4 розетки, которые будут включаться, и включение будет отображаться на экране монитора. Подключаемся к компорту. Теперь подключаем розетки. Четыре. Все розетки включены. Поочередно выключаем. Все выключены. Можешь давать комментарии сам, так будет удобнее. Сейчас запущена утилита, которая контролирует состояние линии, записывает все данные в базу данных, что можно в ней просмотреть. На последний момент все 4 вилки включены, что видно в базе данных. Вот время. Сейчас по очереди будут выключены. Выключено. Выключено. Вот номера. Вот состояние, время, дата. Далее отработка ошибок. Если внезапно будет отключен компорт, то всплывет окно, показывающее эту информацию. Пока связь не будет восстановлена, окошко будет всегда наверху находиться. Связь восстановлена. Компорт восстановлена, связь, да. Можем это, в этом убедиться. Базе данных. Вот выключено. Данные записываются. Второй вариант ошибки, если вдруг пропадет связь с базой данных. Допустим, мы отключим SQL сервер. В случае какого-то события невозможно будет записать данные в базу данных и выскочит также всплывающее окошко, сигнализирующее об этом. Запустим снова SQL сервер. Данные снова записываются в базу данных.